Привет всем! Всем, кто открыл сегодняшний календарь. Сегодня 4 декабря, и выпала карта Оша Дзентаро, карта Куб иллюзий. Вкратце, что такое иллюзия? Иллюзия – это когда мы сами себе накрутили какую-то картинку, глубоко верим в нее, но в жизни ничего не происходит. Когда вы в медитации видите иллюзию, вы можете определить, иллюзия это или нет, только тогда, когда на физике нет реального подтверждения и действий. Ну что ж, пришла замечательная медитация об избавлении от иллюзий. Пойдем выходить из иллюзий. Карта об иллюзии выглядит так. Итак, глубоко вдыхайте в себя. Закройте глаза. И выдыхая, глубоко вдохните в себя. Закройте глаза. И выдыхая, представьте, что вы стоите в голубо-прозрачной двери. Дверь медленно открывается, и вы входите в пространство голубо-белого света, в зал. В середине этого зала находится столб солнечной энергии. Войдите в этот столб солнечной энергии и увидьте перед собой стол и стул. Сядьте на него . На столе лежит книга. Это книга вашей жизни. Рядом стоит помощник, который пришел, чтобы указать вам на странице в этой книге, на которых находятся ваши иллюзии. Откройте книгу, и помощник вам указывает и открывает именно те страницы, которые нужны вам. Рассмотрите эту страницу с картинкой, которая на ней изображена, как наблюдатель, без всяких эмоций и мыслей. Вам разрешается вырвать
эту страницу своих иллюзий. Вырвите ее, скомкаете. Рядом со столом находится печь. Откройте створки этой печи. И бросьте туда скомканную бумагу. Увидьте, как она плавится, съеживается, превращается в пепел и исчезает вовсе в этом огне. А ваш помощник открыл уже новую страницу ваших иллюзий. Проделайте то же действие с этой страницы. Вырвав ее, скомкайте и выбросьте, не жалея ни о чем, в огонь. Почувствуйте, как на физике во время сгорания этой бумаги через вас прошла какая-то волна или есть какие-то другие ощущения. Теперь просто работаем по той же системе. Помощник вам указывает на страницы. Вы их сами вырываете. И сжигаете в печке. Не входите в ситуацию того, что вы видите на картинке. Будьте во время этого действия только наблюдателем. Энергия, которая дала эту медитацию, дает вам время достаточно, чтобы проработать и выбросить все иллюзии из вашей жизни. Работаем, никто не спит. Когда работа сделана, закройте книгу. Она должна засветиться. Засветиться полностью солнечным светом, новым осознанием, пониманием и новыми помышлениями и новыми реальными действиями вашей физической жизни.
Когда вы увидели, что книга засветилась, отдайте ее вашему помощнику. Поблагодарите его. Он внесет эту книгу на место сегодня и сейчас, там, где она должна быть. Напитайтесь этим солнечным светом, этим спокойствием и сознанием, что вы по жизни только как наблюдатель. Идете по вашей жизни. И наблюдаете, и радуетесь ей. И осознаете, что таких жизней было много. И таких книг много. Вы выходите из этого зала, закрываете за собой дверь и глубоко вдохнув в себя, через дыхание привносите в свою жизнь всю ту сделанную работу, которую мы сделали в медитации. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, откройте глаза. Я желаю вам жить без иллюзий и совершать реальные действия в жизни. До следующего дня. Пока. С вами была Лайтла Ольга Тюме. До скорых встреч.